продолжаем наше увлекательное путешествие по крепостному валу Дивногорской крепости, и сегодня прогуляемся от Александровских до Михайловских ворот. Главные ворота Дивногорской крепости построены в 20-е годы 19-го столетия и названы в честь основателя Дивногорской крепости, российского императора Александра I. Они очень похожи на Константиновские ворота и находятся напротив Николаевских ворот в конце Императорской улицы. Thank you.